Друзья, всем привет! Вы на канале Стилистократ. Меня зовут Анита. Я персональный стилист в Стамбуле. И сегодняшнее видео я начинаю из бассейна, потому что я нахожусь в небольшом отпуске. Сегодня хочу поделиться с вами небольшим лукбуком. Мой отпуск в самом разгаре, и я уже активно ношу набор вещей, которые с собой взяла, и хочу поделиться с вами некоторыми образами и лайфхаками, как собрать себе компактный, но стильный гардероб. И буду рада, если это видео будет вам полезным. Поэтому желаю приятного просмотра и давайте начинать. Главная вещь в летнем образе — это, конечно же, акцентная красивая сумка. У меня вот такая плетеная с кожаными ручками. И весь мой гардероб уместился здесь. Я буду его примерять и показывать вам. И также мои аксессуары и украшения, которые я взяла с собой. Без них, как правило, не обходится ни один летний образ. И из обуви у меня с собой любимые вьетнамки, которые я вам уже показывала, марка Havaianas. Первое, что приходит на ум, это, конечно, вещи из натурального льна. Я с собой взяла свою любимую рубашку с завязками на спинке. Эти завязки, кстати, делают обычную рубашку совершенно особенной. Можно менять силуэт. И также дополнила широкими брюками из льна, немножко укороченные и слегка показывают щиколотку. Также надела кроп-топ, очки и свою любимую соломенную сумку. Второй образ более спортивный. Я здесь надела кепку, чтобы защищать лицо от солнца. Лонгслив из натуральных материалов. Люблю закрывать руки, плечи, декольте от жаркого солнца. Так могу пойти на пляж, потому что все эти вещи легко стираются, легко носятся. Трикотаж очень приятен, комфортен. А это было мое любимое платье за всю поездку. Мне не хотелось его снимать и носить, хотелось его каждый день. Это натуральный лен, очень хороший, премиальной выделки, меланжевый. И также здесь интересные детали на рукавах, разрезы по бокам, есть карманы. В общем, оно комфортное, довольно в нем было прохладно, насколько это было возможно в плюс 36. Дополнила его своей сумкой, шнурком с полудрагоценными камнями, очками. И в таком виде можно ходить на пляж, хоть в кафе, везде уместно. Четвертый комплект состоит из вещей прямого кроя. Вы видите, как они стройнят. Здесь шелковые брюки прямого кроя без больших сборок складок и прямого же кроя трикотажное поло. Конечно, моя любимая панама, которая защищает от палящего солнца, очки, моя акцентная сумка, вьетнамки. И в таком виде я тоже могу поехать хоть на пляж, хоть в кафе. И сейчас у нас будет переодевание, небольшой мейковер. Я достаю кулон, убираю волосы в пучок. Достаю свою вечернюю сумку, и в таком виде, если будут особенно каблучки небольшие, можно пойти в бар вечером провести приятное время. Покажу вам сумку поближе. Это моя любимая сумка, она из Zara прошлых сезонов, но она настолько удобная, вместительная, совершенно не боюсь ее помять или поцарапать, как, например, кожу. Этот мешочек с кисточками просто мой любимец. Как мы знаем, лен мнется, но благородный лен мнется нехотя. А здесь у меня комплект из льняного трикотажа, который не мнется вообще. Состоит из топа, юбки и длинного палантина, которым я вот так люблю закрывать плечи, шею, декольте. Опять же, если хочется закрыться от солнца, либо от кондиционеров, я обязательно это использую. Очень функциональный получился комплект, марка Anska. Ссылки будут в описании. Есть такой комплект еще в темно-синем цвете. И если мне захочется, я сниму этот палантин и оголюсь, надену свою панаму. Так получилось, что она совпала по тону с платьем. Сумка, вьетнамки, такой простой образ. Кстати, юбка на резинке, поэтому можно ее спустить пониже, будет такой более модный образ с низкой талией, или поднять высоко, как я обычно ношу. Еще я люблю этот палантин вот так драпировать, получается такой многослойный образ в стиле дюны, стильный и очень необычный. А на вечер я закалываю волосы наверх, беру свою любимую сумку-мешочек. И если бы у меня были с собой каблучки, то бы это выглядело все вот таким образом. В прохладный вечер я бы накинула такой кардиган из текущей коллекции Massimo Dutti. Очень комфортный, полностью трикотажный комплект, который уместен на лето. Благодаря натуральным тканям очень комфортно. Шестой образ у меня складывается из базового кроп-топа и широких брюк. Еще я накидываю тот же самый кардиган, достаю кулон, очки, и образ получается более нарядным, более собранным. Кстати, в этом видео я показываю целых три
моделей белых брюк, они все разные для меня. Это самый формальный вариант, более классический крой здесь, широкие брюки. Но, к сожалению, они распустились, потому что вот Zara очень часто грешит таким. Мне пришлось подшивать их прямо в течение отпуска. И еще, если я захочу, могу пойти так на пляжную вечеринку, сняв кардиган, сделав образ более секси, достаю свою мини-сумочку и отправляюсь. Седьмой образ — Total White, который я для себя просто обожаю. Считаю, что Total White очень эффектно смотрится именно на брюнетках. Вот такой свитер из тонкого вискозного трикотажа поверх кроп-топа с широкими брюками. Дополняю любимым кулоном, сумкой, конечно же. И получается такой элегантный Total White образ с вьетнамками. Неизменная обувь у меня, но, конечно, может быть совершенно разная обувь. Например, для прогулки по городу. Тоже все закрыто и при этом мне комфортно. Восьмой образ у меня Total Lyon. Это льняная юбка со шлейфом марки Anska. Я использую палантин, чтобы защищать плечи, потому что наверху у меня открытый топ льняной с такими декоративными вставками из кружева. И я не люблю быть слишком открытой не просто из-за взглядов, а потому что солнце палящее. Я люблю защищать зону декольте и плечей, так что палантин очень кстати. И панама закрывает лицо. Моя сумка вписывается сюда отлично. Как видите, сумка — это акцент всех моих образов. Она такая самая яркая часть, потому что у меня очень лаконичный в целом гардероб. Советую вам применять этот лайфхак тоже. Девятый образ полностью сделан из шелка. Итальянский шелк в горошек, цвета горчицы. Я повязала платок в качестве топа. Можно повязывать его поверх купальника, если у вас большая грудь, и отправляться так на пляж. И широкие брюки на кулиски, но брюки не слишком широкие, тоже более прямой крой. И я могу это дополнить свитером из вискозы, струящимся свитером, будет более собранный вид. Свитер можно как повязать на плечи, так и на талию. Беру свою сумку и надеваю свитер. Показываю вам total look, если у нас будет вечерний какой-то выход, уже более прохладная погода, может дуть прохладный ветер, то свитер будет очень кстати и красиво смотрится с шелковыми брюками. Самое простое, что вы можете надеть летом, это платье. Но я решила идти не простыми путями, не брать с собой 10 платьев, а взяла всего одно, но зато какое. Это мое любимое платье этого сезона. Вот такое белое из плотного вискозного кади, в котором совершенно не жарко. Это вечерний вариант, показываю вам со своей сумочкой, с кисточками, с заколотыми волосами. Конечно, здесь не хватает каблуков, которые я с собой почему-то не взяла, а взяла зачем-то кроссовки, видимо, планировала больше заниматься спортом. Но вот такое элегантное, даже с вьетнамками оно красиво сочетается. А днем я могу пойти вот так в более casual варианте куда-то гулять, потому что у меня закрыты плечи, мне не будет жарко, большая моя сумка вязаная, добавляет сюда немного юмора и иронии, шнурок с полудрагоценными камнями, мой крупный вязкий кардиган, любимый, конечно же, защищает от солнца и от ветра вечером, панама, вот такой получился образ. А я благодарю вас за просмотр, пишите, если вам понравилось такое видео, буду рада вас видеть на моем канале, подписывайтесь и до скорых встреч, ваша Анита.